Индивидуальные предприниматели неактивно платят налоги. Об этом заявил заместитель начальника налоговой службы Павел Кожеватов. Из-за этого налоговые сборы уменьшились почти на 60 миллионов рублей. Взносы на обязательные, пенсионные и медицинское страхование сегодня не платят почти 2000 бизнесменов. Это пятая часть всех предпринимателей города. Многие из них свою деятельность уже не осуществляют, однако это не освобождает их от уплаты взносов. Случаи неуплаты страховых взносов в установленные сроки могут возникнуть следующие проблемы. Это принудительное взыскание судебными приставами страховых взносов, а также пеней за их несвоевременную уплату. Расходы на уплату государственной пошлины при обращении налогового органа в суды за взысканием данной задолженности, проблемы с получением кредитов, займов, обращение взыскания имущества за счет средств, находящихся на счетах в банках, обращение взыскания на заработную плату, пенсии, иные какие-то социальные выплаты, невозможность выезда за границу, а также невозможность распоряжаться в полной мере собственным имуществом, так как могут быть наложены определенные ограничения. Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование в фиксированном размере за 2018 год составляют чуть выше 32 тысяч рублей. Предпринимателям, которые уже не ведут свою деятельность, необходимо сняться с учета в налоговом органе. В этом случае они избавляются от уплаты страховых взносов. Отметим, что в 2019 году общая сумма сбора на обязательное пенсионное и медицинское страхование составит чуть выше 36 тысяч рублей, а в 2020 – почти 41 тысяча.